Всем здравствуйте, я Владимир Тишевский и это канал Вовотиш News Tech. Сейчас я хочу показать вам очень интересный телефон, это не смартфон, а от компании Nokia. Мне он понравился тем, что он идет в различных цветах и выглядит весьма привлекательно. Есть синий, и красный, или он даже розовый, белый, желтый и черный, то есть 5 цветов. И вообще выглядит он весьма прикольно, функции у него прикольные. Это именно тот аппарат, который стоит, к примеру, брать летом на отдых с собой, чтобы дорогую крутую мобилу не сперли. То есть понты можно оставить дома, а это можно именно рабочую лошадку. Или же это для тех людей, которые очень и очень много звонят. Ну, об этом мы поговорим. Сейчас я все-таки хочу распаковать, потому что, ну, обзор я сделаю отдельно. Спасибо магазину Нимфа, а также компании Техномир за предоставленное устройство. Когда мы открываем коробочку, то перед нами открывается смартфон. Сразу же хочу сказать, что недочет компании Nokia, то что здесь есть очень большой просвет и смартфон, ну, вы слышите. Короче, болтается в коробке. Это действительно недочет компании Nokia. Но вот так вот чудесно выглядит сам аппаратик. Но о нем мы попозже. Так, посмотрим, что еще здесь есть. Наушники. Наушники черные. Жаль, что они не такого же цвета, как сама мобилка. Но все же, пускай это. Так, адаптер без полиэтиленового пакета. А пофиг, короче, так сойдет, да? И аккумулятор. Последнее, что здесь есть, это еще инструкция. Пособие потребителя. Ну, в принципе, кто-то и будет читать, я не знаю кто. Ну, короче, вот. Это вся комплектация. Вот она вся. Теперь немножечко поподробнее о самом телефончике. Телефончик выглядит весьма стильно. Есть камера, есть динамик, 2 сим-карты, 2,4 дюйма дисплей. То есть, в принципе, для этого аппарата весьма прилично. Теперь показываю, как открывается. Открывается, я сначала даже не понял, как он открывается. Я начал его открывать как-то вот так. Его нужно взять вот таким вот макаром и открыть. То есть, когда вот в этом положении вы держите сам смартфон, то крышечка... Ой, смартфон, извините, телефон это же. Все время смартфоны обозреваю, а тут телефончик козырный появился. То все весьма просто и незаурядно. Кстати, забыл показать, что сим-карта 1, она вставляется внутри телефона, а сим-карта 2 здесь. А еще память телефона тоже внутри вставляется, надо открывать крышку. Давайте еще раз открою. Специально для вас, эксклюзивно. Так, батарею мы достаем. Вот для SIM-1. А для карты памяти у нас разъемчик. Вот он. Вот для карты памяти. Вот такой весьма стильный, чудненький аппарат. Если вам он нравится, ставьте лайк. Скоро будет обзорчик. Ну, обзорчик я расскажу поподробнее об этом телефончике. Поэтому подписывайтесь на мой канал. С вами был Вова Тишевский. Пока!